7 многодетным семьям Шадринска вручили сертификаты на покупку жилья. Обладатели свидетельств – это участники подпрограммы обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище». В каждой семье, которая сегодня была приглашена на прием к главе города, воспитывается от 3 до 5 детей. И все родители пришли за долгожданным документом вместе с малышами. Событие радостное, я думаю, для вас, ну, может, вдвойне, втройне, радостное и для администрации города. Все семьи, которые сегодня получают сертификаты, все семьи многодетные. А потому что вам по этой программе отдан приоритет. Значит, хочу вам сказать, что вот эти сертификаты, которые вы сегодня получите, стоимость их разная. А самая небольшая стоимость – 795 тысяч. А и самая большая стоимость, где вот пятеро детей, там 1 395 000, ну 1 400 000 будем так считать. После вручения сертификатов руководитель комитета по молодежной политике Ольга Бузакова провела небольшой брифинг. Семьям рассказали о том, куда и как следует обращаться со свидетельством, как оформить с продавцом покупку и многое другое. Кроме этого, она уточнила, что срок, выделенный для реализации сертификата в этом году, составляет не 9, а 7 месяцев. Постарайтесь найти такое жилье, в котором вам будет жить хорошо, комфортно, которое вы будете любить, которое станет действительно вашим домом, где будут радоваться ваши дети. Поэтому любой вопрос, сомнение, всегда приходите к нам, двери наших кабинетов открыты. Поэтому время летит быстро и незаметно. Нужно постараться найти все то, что вас устраивает. Для семей, получивших сертификаты, сейчас самый важный и ответственный период – пройти все нелегкие документально-оформительные этапы, найти и приобрести дом или квартиру. Некоторые шаг к покупке жилья уже сделали. Мы живем уже 6 лет вместе, 4 детей. Ну, будем покупать квартиру. Мы уже все решили. Мы уже жилье даже нашли, уже все, нам осталось только малость. Ну что, собираемся расширять в плане семьи, вот и... По улице Пролетарской будем жить всей большой своей дружной семьей. Нам же сказали, что сертификат будем получать, можете уже подыскивать жилье. И люди нам как бы пошли навстречу, ждут денег, все, согласились на это. А раньше снимали как жилье, все. В одной комнате жили все с большой семьей. Напомним, что данная программа реализуется в Шадринске уже 8-й год подряд.